Это было множество, десятки, сотни людей устанавливались и отрабатывались на причастность. Ну, в конце концов, путем, так скажем, глобального анализа с наложением, там, скажем, посекундно на карту каждого передвижения, каждого лица, каждого автомобиля, вот, было установлено, что данное лицо, вероятнее всего, причастно к безвестному исчезновению. Ну, то есть, в дальнейшем, что фактически подтвердилось. Я решил, что она расскажет все маме, и будет совсем все плохо. После чего я ее придушил. Более 10 генетических экспертиз было проведено. В том числе также была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого, по результатам которой было установлено, что наш обвиняемый в полной мере мог осознавать фактический характер своих преступных действий, руководить ими. В связи с чем уголовное дело в дальнейшем было направлено в суд с обвинительным заключением.